кто это было? Это они. Помогите согреться, немного задыхаясь, но только для шоу. Я хочу, чтобы у всех все было за хорошо. На балета, пусть одета мои мечты. Сумасшедшему безумию и тому, что называется группа. Вот я, ребят, когда вы собрались? Просто для других интересно. Вот я... Нет, вместе, в 4 часа. Василиска на кастинге. На кастинге. На кастинг. Вот, подождите, вы только на кастинге? Да. Василиса на кастинге. Группа в 4 человека на кастинге? Да. Сначала двое пришли, Серега говорит, приезжай мне на кастинг. Я говорю, приезжай, Серега. Подождите, тут же мы такие танцуем. С утра еще минус 25 было. У них интервью брали. И тут я такая, тест. На прошлом году. В этом году. Нет, в этом году. В прошлом году я с Игорем познакомился. В прошлом году я тоже была. Потом я Сережку захватил, но он не ходил. И вот в этом году мы взяли Василису, Вася Василиса, клево. ВВП. СВИ. Да. Ну, вы знаете, я не знаю, как получилось, но я, то ли вы энергетически настолько подходите друг другу, что у меня есть ощущение группы. И, конечно, то неоформленное безумие, которое есть, оно вызывает улыбку, но мне лично интересно. Надо уложить. Ну, пойдем. А конкурсанты остаются ждать решения. Ну что, как настроение-то, наставница? Есть из чего? Павел Борисович, настроение лучше, чем в прошлом году. Да? Да, потому что, по-моему, участники сильнее, говорит совершенно объективно. Хотя вначале я ожидала худшего. И вопрос также очень с этими нашими двумя. Не возьмешься причесать, приодеть, переименовать. Понимаешь, что не твое. Павел Борисович, не мое просто.